На итоговой пресс-конференции секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Иванович Нетесов рассказал о проделанной воронежскими единороссами работе в уходящем году и ответил на вопросы журналистов. Одной из ключевых тем стало состояние партийной дисциплины и динамика обновления состава в следующем году. Секретарь регионального отделения ответил прямо и жестко. Совершившим уголовные преступления не место в партии. У нас норма устава сейчас такая, что приостанавливается членство в партии или человек исключается из партии. Кроме этого, Владимир Нетесов рассказал о грядущих переменах. Я думаю, на выборах 2016 года мы подойдем к тому, что будет еще более жесткое обновление. Но нам надо же передавать опыт знаний, чтобы человек приходил, не бегал, как в 91-м году там, или в 93-м, то ли за Белый дом, то ли за Белым домом, и знал, как формируются законы, вносит инициативы, принимает участие в нормотворческой деятельности, активно реализует те задачи на уровне Государственной Думы, представляет партию, которая принимает те законы, которые мы видим в ежедневной жизни, и они направлены на улучшение качества жизни.